Демьян, кузнец пророка. Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы и нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком.
Мы оказались глупцами, беспечными, самонадеянными дураками. Хотели остановить... Записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку.
старый советский трудовой лагерь. Троица полностью его заняла. На нас напали! Прочёсывай и ликвидируй вперед. Только ты и я. Снова советская пропаганда. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Не, это не ядерное оружие. Чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Закончила? С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это.
голос из Никеи. Астроном. У каждого пророка должны быть последователи. Кокос из Никеи был для пророка... Thank you.
Лагерная карточка одного из заключенных. Эй, с возвращением. Больше золота, больше снаряжения. Нас вроде пока не засекли, но постарайся не светиться, ладно? Были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Лара, мне страшно. Что тебе о них известно? Это древняя тайная сила. Они возомнили себя избранниками. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Они ищут то же, что и ты. То, что мы не можем им отдать. Не можете или не хотите? Сработало. Сможешь выбраться? Нет.
Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Мы вошли в долину около суток назад. Серебряный портсигар. Выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Что это? Урок из... Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что... Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Красные посылали заключенных в шахты. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. Дальше. Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это последний груз. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет. Это женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила дел на периметре. Она кого-нибудь... Здесь.
Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть. Пошел. Поехали. Константин требует послать людей на метеоплавилку, пока буря не налетела. Кто-то есть!
Она скинула маску. Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там.